Ну что, здравствуйте, приветствую. Мы с вами продолжаем проходить The Dark Pictures антологии Little Hope. И прошлая серия была довольно-таки интересной, довольно-таки, ну такой, знаете, чуть-чуть мрачновато. Да, был скримак в одном месте, но пока что мы идем только в город, да, как я помню. Поэтому посмотрим, что будет в этой серии. Игра, как я знаю, что Man of Madden, которую мы с вами прошли, ссылочка в описании находится, да, на прохождение The Dark Pictures антологии Man of Madden, с вами его прошли, что вот это Little Hope, я думаю, они короткие, то есть на 4-5 серий максимум. Поэтому давай уже поскорее пройдем. Вот, поэтому, Саш, поудобнее надевайте пледик обязательно, приносите куш, принесите пледик пить или пить воды при этом просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить The Dark Pictures антология Little Hope. Так, мы с тобой, собственно, да, вот, продолжить. У какого заходил? А, нормально. 9 апреля заходил. Добрый вечер, бля. Ну, я давно сюда не заходил, давно реально не заходил. Давайте пройдем с вами до конца. Потому что очень, понимаешь, и много игр, которые есть прохождение, есть инди-хоррор, да, как Chalice R, к примеру, тот же, да, либо вот Buckshot Rulet, которым с вами, да, просто посмотрели, поиграли, прошли, почему бы нет. То есть вот такие инди-игрушки или просто такие коротенькие игрушки, они есть тоже, их тоже нужно снимать, почему нет, ну, как нужно. Мне просто хочется их снимать, поэтому вот так вот перебивается. Плюс все, знаете, снимать, типа, по серии в каждой игре, типа, такой себе, на самом деле, потому что у тебя потом каша в голове. Эта девочка вот так странно говорила, я с трудом понимала ее. Судя по говору, она наверняка не из этих мест. Напрашивается предположение, что она скорее из другого времени, а не места. Найдите помощь в городе, держите рядом с остальными. Погнали. Я могу быстрее идти? Алло. Нет. Ля-ля. А, это... Ага. О. Хорошо. Погнали. Стопудово погнали к машине, посмотрим с тобой, чё да как. Я надеюсь, все нормально по звуку, да? Я надеюсь, все нормально по звуку. Подожди. Давай я тут прибавлю. Хорошо, посмотрим. Звук и язык. Общая громкость. Громкость. У меня тут все хорошо. Блин. Да вроде не нормально, вроде нормально, а, хорошо. Да, вроде нормально. Не прям, чтобы, понимаешь, не прям, чтобы жестко было, да, тоже, потому что меня не перебивали. Но не прям, чтобы, ну, было тихо. Я надеюсь, что не тихо. Вот, это узнаю только при монтаже. Так. Блядь. Что, блядь? Ну, я взял. Видение открыто. РБ. Короче, смотри, кто-то перед ним держит ствол перед водителем. Ага. А тут все-таки, смотри, а тут есть эти видения-то. А-а-а. Это хорошо. Блять, ну. Ну. Хорошо, это мы с тобой посмотрели. Может, ты будешь идти, ёпта, старая? Не, мальчик, давай ты пойдешь. Я не очень хочу туда идти. Бля, нахуй надо, блядь. Иди в пезду, ёпта. Пока, блядь. Так, хорошо, запоминаем, да? Бля. Ну, меня звук, конечно, ну, так, встревожил. А потом, когда вижу там оленя, такой, блядь, что... Короче, запоминаем, что водителем, что-то с водителем не так будет. Может, оттуда обзор получше? Откуда, блядь? Ну, конечно, да, получше обзор. Отсюда получше обзор. Мы знаем, что в прошлой серии, если не смотрел, там очень много всего интересного было. Поэтому обязательно посмотри прошлой серии. Там одна вроде или две серии. Посмотри обязательно, потому что, блин, ну это реально важно. Вот. То, что тут сюжет как бы, ну... Тут тебе не Life is Strange, где прошлую эту.
прошлый, короче, эти... Прошлые эпизоды показывают кратко, да? Здесь просто, ну, идет сюжет, и все. Поэтому обязательно посмотри, чтобы вникнуть, что да как. Но мы как... Я могу сказать одно, что мы с вами... О, подожди, блядь, подожди, нахуй. А здесь ничего больше нету такого? А ну-ка, блядь. Опа. Что за хуйня? Чего, блядь? Ребята, а вот что тут делать? А ну-ка, давай я с ним не буду разговаривать, пойду за ними. Я хочу с ними пойти. Идем, ребят. Я могу с ним не разговаривать? Давай. Я не хотел с ним разговаривать, я просто увидел, что они идут, погнали за ними. Историческое общество Little Hope. Так. Историческое общество Little Hope представляет ведьма Эдмонтона. Пьеса Уильяма Роли, Томаса Деккера и Джона Форда. Исполняется в исторических нарядах в средней школе Little Hope. Суббота, 17:00, 12:00. Хорошо. Может, это связано с тем, что мы видели? На, вот этим. Ну, может быть, но мне так не показалось. Даже не знаю, что хуже. Призраки или город, полный безумных реконструкторов. Я понял. Что хотел сказать? В прошлой серии мы с тобой узнали, что вот они все похожи на родственников вот этой маленькой девочки, которая на нас выскочила в прошлой серии. Поэтому это единственное, что я хотел сказать. Здесь скажешь, что за маленькая девочка, что какие родственники ты еще несешь. Я здесь скажу, бегом смотреть серии прошлой или серию прошлую. Я уже не понял, там одна или две серии вроде. Обязательно посмотри, потому что это, ну, игру это важно, ты узнаешь, что да как. Что здесь да как. Это девочка, прикинь. Эта девочка за ним следит. Там прям видно было. Я специально фонарь направил. Блять. Такое. Такое на самом деле. А деревья все. Деревья. Нормально. Так, ну давай смотреть здесь, потому что нам как бы видения нужны 100%. Потому что я думал, они здесь тоже не работают, как в прошлой игре. Они здесь, оказывается, работают, представляешь? Они, оказывается, здесь работают. И это очень... Хорошо, потому что просто где мы, как все помним, они не работали какого-то хера. Ну, я картину нашел, они не работают. Такой, ну ладно, бля, пройду без них. И прошел. Понимаешь, и прошел. Ничего страшного, бля. Да, конечно, не всех спас, как хотелось бы, но двоих или троих там спас вроде, так что. Так что изи, прошел, понимаешь? Там что-то впереди! Мост. А куда? Идем уже. Куда тебя спрашиваю, ты? Согласен. Чем ты согласен? Скажи, куда идем, блядь? Идем уже. Согласен. Смотрите! Стой. Стойте. Стоп! Просто к сведению. Курс изменен. Группа видела, как девочка бежит от нее в сторону крытого моста. Уже. Опа, подожди-ка, блядь. Авторитетное лицо. Джон ответил отказом на предложение Винца выпить в баре. Заблудший. Эндрю решил, что девочка, которую они встретили с Анджелой, не хотела причинить им вреда. Ну это да. Это 100%. А, вот это еще. Старик представился в группе как Винц. И вот это. Тео согласился с предложением Джона пойти в город. Ну все, let's go дальше. Именно так все и происходит. Ладно, давай досмотрим, потом посмотрю. Что нам теперь делать? А сейчас мы узнаем, блядь. Секреты, опа.
То, что мы слышали, старая листовка 1970 года предлагает посетить выступление преподобного Карсона, или Карсона, наверное, где он расскажет родителям, что следует опасаться. Чего только, ну ладно. Что следует опасаться? Фотография, датированная 6 июня 1917 года. Некоторые лица выглядят знакомыми. Хорошо. Сколько? 50 штук, прикинь. Мы только 3 нашли. В статье обсуждается роспуск администрации Little Hope и закрытие фабрики, за которым последовал массовый отток жителей. Хорошо. Так, ну в целом вроде все посмотрели с тобой. Открыто у нас только она с тобой, поэтому ладно. Давай дальше смотреть. Давай посмотрим, что же они тут имеют в виду. Я разберусь. Ждите здесь. Да, да, разберется он, блядь. Отсосешь ты моментально и все, блядь. Курс изменен. Джон говорит, с девочкой накрытом. Хорошо. Давай, пошли вместе, блядь. Стойте, я пойду с вами. Что не обновлены. Анджела решила пойти за Джоном в туман. Плюс, видишь, вверх там была стрелочка. Значит, отношения у нас с тобой повысились. Что такое, у тебя фонарь есть еще? Бля, сорян. А как? Я ничего не могу сделать. Эй! Там есть кто-нибудь? Да, да, сейчас скримит будет. Эй! Кто-нибудь? Эй! Что за... Джон! Ожидаемо. Скример был ожидаемый. Угодно. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Время нынче тревожное. Нет, подождите. Не подходи. Что за черт? Кто ты? Ты так? Это невозможно. Язык черен в обиняках. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя, избави меня от видений. Кто вы? Этого не может быть. Не смей глядеть на меня. Ты мне не супружник. Пойдем в город. До него недалеко. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке? О, я совсем не в порядке. Я в ужасе и сбита с толку. Я видела в тумане своего двойника. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое, она выглядела точь-в-точь как я. Как такое возможно? Вы делаете из мухи слона, Анджела. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь. Чё хрен-то, да? Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Ужастики? Фигня. А я пойду туда и без вас. Ну, блядь, да. Отсосёшь, смотри, прорывай, минус одна сейчас будет. Туда я точно не пойду. Ну и дур, чё. Так вы бьете все вместе, блядь. Погнали с этим. Погнали с ней, блядь. Вы пойдете с ней? Лично я думаю, это плохая идея. Ужасная. Я пойду с Тейлор. Одной тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? А тут девочка отсосет нахуй. Правы. Нахуй надо, блядь. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Хорошо. Обязательно, блядь. Обязательно. Обязательно нет. Нас осталось. Осуждаю отсюда. Ну а что два мужика, блядь, чини? Вы со мной. Спокойно сейчас решать два мужика, блядь. Что ты хочешь, блядь? Это верный выбор. Ну, как посудить, знаешь, блядь, как посудить.
Верно, неверно, как бы как по сути. Держите рядом, найдите помощь в городе. Хорошо. Давай-ка мы с тобой все осматривать будем. 100%, потому что это, ну, важно, как минимум, да? Это как минимум важно нам с тобой делать. Стойте. Стою. Слышите? Нет. Блять, я забыл про это, хорошо. Как у нас дела? Норм. Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Ну давай, давай, скажи. Пойдемте, пойдемте. А что тут изменился курс, в смысле? Эндрю перепрыгнул через заграду возле крытого моста и упал на землю. Ну, ладно, чё. Ничего страшного. Найдите способ вернуться на дорогу и держите рядом, найдите помощь в городе. Хорошо, найти способ можете вернуться на дорогу. Можете объяснить увиденное? Не уверен, что смогу. Конечно, знаю, блядь. Что в Литл Хоу были суды над ведьмами. В то же время, что и в Салине. Кто? Что там? Что это? Я откуда знаю, блядь. Опа! А сейчас ужастик будет, да? Нет. Короче, какой-то знак, смотри. Какой-то знак. Ну. Бля, нахуй, беги, 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 беги! Так, ну... Подожди, дай я сейчас там посмотрю. Что там дальше? Давай... А можем не говорить с тобой? Реально можем пойти дальше? Не, давай поговорим, ладно, мужик, я пошутил, да, поговорим. Пошли поговорим. Пошли поговорим. Все, мы не будем разговаривать. Ля, прикинь, я могу скипать диалоги, то есть с ними разговаривать идти дальше. Либо что-то увидеть. Хотя, может, мы могли что-то увидеть там. Вот, может, мы могли там что-то увидеть? Стойте! Тихо, 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 тихо. Блять, другая кнопка уже нормальная. Сейчас я прыгну, я просто отвык от этого чуть-чуть. Бля, опять другая кнопка, что? А ну здесь максимальный уровень сложности еще, да, вроде? Кошак, понятно. Сейчас скримак смотри будет. Я уверен, что здесь будет скримак. Ой-ой-ой, здесь будет скримак, я в этом уверен. Подожди, давай, ну ладно, давай сначала, подожди, осмотрим все вот за периметром. Может быть, здесь что-то мы найдем? Здесь не могу ничего. Может, мы здесь... О, я же говорю. Я же тебе говорю. Сейчас скример будет. Чел. Что это за место такое? Чел. Какой-то чел. Бля, не, ладно, туда не пойду дальше, ладно. Да, пошли, осмотрим дом, хорошо. Или мы можем отсюда вообще уйти, блядь? Не осматривать, я правильно понимаю? Давай смотрим, потому что нам нужны подсказки, 100%. А. Ага, да-да-да. Сейчас, бля, ну тут сейчас может скример быть. Ну такое, на самом деле. Качает... Опа, на один секрет. А ну-ка. Книга под названием «Современная магия и ритуалы» с инициалами Т.
t.k. На обложке в ней говорится, что солнце является символом мужской магии, а луна — женской. Изображение символов введено в кружок. Это же дождь, что ли? Да, прикинь, реально дождь пошел. Реально? Бля, реально, прикинь, дождь пошел. Нихуя себе. Так, изображение... Это хорошо, кстати, дождь пошел. Это очень хорошо, потому что жара ебанута, реально. Так, изображение символов объединены в кружок. Хорошо так. Это мы с тобой поняли. А, все. Так, хорошо, два назад. А, ну все, блядь. Ну все, больше ничего не могу сделать. Все, давай положим. Сейчас, смотри, скримак будет. Я уверен в этом. Ну, давай. 3, 2, 1. А, нет. Ну ладно. Бля, я бы, честно, здесь вообще больше не гулял бы, нахуй. Я пошел бы. Хотя там на улице, блядь, какой-то чел ходит. А где, кстати... Подожди, а где этот? А где этот учитель? Не понял. А где он? Ну давай скример уже, ну. Блять, это он будет направлять на него, на водителя? Он будет на водителя направлять этот, блять, самый, да? Пест. Вот теперь нужно быть аккуратным, ребята. Нашел старый... Да. Помните видение? Видение, помните, был пистолет? Револьвер причем. Тут на него направлял на водителя автобуса это все дело. Вот, ну тебе и пожалуйста. Сюда не могу пройти? Ну ладно, погнали. Подожди, а где этот? А где этот самый? Учитель, че шо, где он, блядь? Его нету, прикинь? Почему-то. Какого-то хера его здесь нету. Он не мог уйти просто... Подожди, это очень странная хуйня. Он не мог уйти, типа, без нас, что у нас фонарик. Куда он пропал? Типа сейчас у видения уйдут... Профессор? Да. Сейчас у видения уйдут у этого? Чего, блядь? Ты как тут... А, я думал, видение просто. А, у него видение, хорошо. Просто убежал. Вот и вы. Вы сорвались. Как тогда на дороге? Я в этом не виноват. Что там было внутри? Ерунда. Не бойтесь. Не бояться? Я что, во втором классе? Чел, как бы... Те люди еще вот боятся, даже взрослые. Это место — наш шанс. Здесь должно быть радио или работающий телефон. Может, и водитель тут? Поищите, чем можно разбить стекло. А то, что ты говоришь, блядь, что во втором классе, ты точно строишь себя, блядь, пиздец, храброго, блядь. Так, ну погнали, чё. Ой, какая большая местность. Давай все обыщем. Давай мы с тобой все осмотрим. Досконально осмотрим. Опа. Так, это я вижу здесь. Это я здесь, я видел. Так, давай пойдем до конца, посмотрим. Может, здесь что-то еще есть, понимаешь? То есть, ну... То, что вот это, ну, типа, ну, ладно, посмотрим, давай посмотрим, что это. Камушек. А, там какие-то стрелы, давай посмотрим, какие-то стрелочки были. А, дайте-ка. Я понял, все, это чтобы чтоб next идти, надо было обыскать все, ладно. Без проблем, я справлюсь. Ну, ладно, раз так. Любой справится. Не любой. Попасть камнем в окно с 10 шагов? Никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Страйк! Мы из вас еще вырастим спортсмена. Думаете, это бросок новичка? Так, давай-ка пусть он полезет, а мы с вами смотрим дальше. Тут посмотрим, что еще вроде есть. Вроде безопасно.
Подожди. Пусть он идет, а я стану здесь. Или нельзя уже? Короче, этой стрелочки означает, что next идем. Все. Проще простого. Бля, да, что next, надо было тут осмотреть. Что-то было, тут я уверен, что важное было. Бля, ладно, окей, приму к сведению. Стрелочки означают, что идем дальше. По сюжету. То есть нам дают что-то смотреть, и стрелочки означают, что все, идем дальше по сюжету. Хорошо. Дэниел, средняя школа Little Hope. 0-16, 28 мая. Понятно. Поехали, теперь тут смотрим, что да как. Да, мужик, у Эндрю подпишет финал. Я знаю, ты что-то видела. У тебя на лице написано. Не хочу обсуждать. Ты можешь идти, блядь. А вот чего я хочу, так это убраться отсюда. Бля, может. Бля, ну здесь очень темно. Бля, мужик, у тебя хуйня, не фонарик, честно, блядь. Взял бы у Эндрю один фонарь, блядь. Или у них, он у старой возьми фонарь нормальный, блядь. Блядь, вообще нихера не видно этим твоим фонарем. Опа, автобус, кстати. Что это за звук? Ерунда, уверен. Подожди, здесь автобус. Опа, не зря повернулся, кстати. Land for sale. Типа продается. Конечно, его не продали. Продается земля. Так, подожди. Нет, а можно назад пойти? Просто там что-то светится, видишь? Вон, смотри, видишь, там что-то светится. Бля, ну рискнуть, не рискнуть. Сука, ну давай рискнем, ладно. Пошли. Второй раз не хочу проявлять возможность. Пошли, давай. Не понял. А, он не дает, хорошо, не дает меня смотреть вон там тему. Он не дает меня смотреть вон ту тему. Подожди, дай посмотреть-то. Не дает меня смотреть, ну ладно, 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 погнали. И почему школу закрыли? Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я поддерживаю. Ну, останетесь здесь, что, блядь, могу я сказать. Я не фанат школ. Все, пойдем. Вроде тут нет прохода. Кажется, я облажалась. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь. А, вот, тебя нам дают. Окей, окей. Окей, я понял. Хорошо. То есть... Хорошо. Сюжет мы должны здесь были пойти. Хорошо. Хорошо. Так, иди другой вход из Little... Держите меня, ага. План Little Hope. Так, подожди. Бля, мужик, ты можешь нормально светить? Little Hope Bridge. То есть центр, да? Я так понимаю. Пришпон, млащ. А где мы вообще? Мы, получается, вот это где отмечено? Мы вот здесь находимся. Типа. Ну, получается, да. Получается, да. Да, мы в бридж идем. Там три домика. Мост. Мы идем к мосту, значит. Подожди. Там три домика нарисовано. Один вижу. Второй вижу. Блять, ты меня так не пугай. Засёшь же, блять, моментально. Подожди, вон там что-то еще. Подожди, здесь явно что-то. О, я же говорю, что есть. Какие-то знаки, смотри, везде. Солнце, луна. Мужская энергия и женская энергия, да, то что это с магией что связано. Ебать нахуй, беги отсюда, мальчик. Пошли, пошел нахуй. Бля, фу, блять, пиздую ее эту хуйню.
Ты видел? Фу, бля, ебать. Ну и нахуй, блядь. Ну и нахуй, я испугался, пересрал прям. Ну прям, ну, пиздец, чё. Так, да, посмотрим, хорошо. Это сделано специально, на самом деле. Бля, вот фонарь хуйня, честно, мужик. Ну вот возьми себе нормальный, блядь, фонарь, блядь. Купи, блядь, просто за 150 рублей какой-нибудь фонарь купи, что нормально, блядь. Светил, и все. Какой-то рисунок. Мальчик, девочка. Блин, там вот эта хуйня, кстати, еще стоит. Так что, ребят, нам нужно с вами поторапливаться. Но мне похуй, я смотрю все. Похуй, выскочит. Блять, ты меня пугаешь, женщина. Бля, старая так ходит, что, блядь, я аж испугался тоже. Курс изменен. Куда? Дэнни Тейлор и Анджел видели девочку, бегущую к игровой площадке. Эй, ты в порядке? Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. Это та девочка, которую вы видели с Эндрю? Одета по-другому. Не подходи близко. И ты нахуй! Что за пиздец, блядь? Ну, а видишь, нас телепортируют таким образом. Она таким образом нас телепортирует. Или показывает что-то. Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти! Отпущу, когда уверю, что священник. Ты выдашь нашу тайну. Твои игры утомили меня. Какую тайну, блядь? Ты уважишь меня и ничего не скажешь. Нет. Ах ты грязный еба... Ах ты грязный... Ясно, блядь. Отпусти ее сейчас же! Сие зачары. Меня объял холод. Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятия. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подле фамильяров. Я невинна. Я вызнаю правду. Осуждаем, ёпта. Осуждаем то, что он говорит. Осуждаем, осуждаем. Девочка. Осуждаем вообще все это дело. Осуждаем. Умолкни, дитя. Тут сзади стоял, видел? Тот сзади там стоял. Что это было? Девочка со священником. Мы видели ее с Эндрю. Она должна быть как-то связана с той другой. Да, верно. Я не пойму. Лучше уйти отсюда и подальше. Точно. Идем. Пошли, ёпта, что ты стоишь-то, блядь? Там еще сзади эта хуйня, блядь. Пошли отсюда, блядь. Пизду, блядь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Синий трактор едет к нам. Но у него большой вагон. Или прицеп. Опа, а это нам нужно. Это нам предсказание. Так, давай-ка еще раз посмотрим. Словно камень. Так, это старая, ее кто-то хватает, она падает с очками. Старая, ее кто-то хватает за ноги, и она падает, роняя свои очки. Так, хорошо. Она где, куда-то забиралась по какой-то ну, рада, по... что ты здесь. Мы отсюда выберемся. По каким-то камням. Конечно, старая, не давайте слазить по камням, хорошо. Просто я так понимаю, если она без, в очках, то есть она на херов видит, да? И если она потеряет свои очки, то забей вообще, блядь. Как нам будет в пространстве этом, ну, ориентироваться, херов знает.
Куда нам идти-то? В темноту, блядь? Может, тут кто-то есть? Может, нам помогут? Пойдем туда. Так, хорошо, с пистолетом мы помним с тобой. То есть не давать помочь? Эндрю вообще пистолетом как-то пользоваться. И ей не давать по скалистой те... А, вот оно, вот оно. Вот оно, чел. Я помогу. А это случаем не та самая скалистая местность? Короче, какая-то скалистая стена, короче, местность где-то скалистая, она пыталась забраться. Так мы выйдем из этого городишки. Ее кто-то цепями за ноги взял, дороги она упала нет. И потеряла свои очки. Такое не знаю, на самом куда деле. Она ведет, но туфли мы хорошо. Не так, за Эндрю за старый пока что смотрим не внимательнее. Тропу еле видно. Да вообще, душ хуйня, не фонарик у нее, ты в курсе? Ну так, чисто похоже, тебе. Похоже, это был какой-то магаз. Похоже. Давай еще скримак ебани, блядь. Один секрет. Старые транспаранты с акцией протеста против закрытия фабрики Raven. А, они против закрытия? Была от этой компании. Ну, чел, вон тебе написано было то же самое, нет, блядь, нахуй ты поднял. Ебать, тут чего смотреть можно? Так, это хорошо. А, по лестнице. По лестнице или в мусорный бак, да? Найдем другой путь. Блять, ну через мусорный бак я бы, конечно, не советовал, ребят. Опа. Что это? Через окошко лучше давайте через лестницу. Хотя с лестницы старая тоже, знаешь. Иди сюда, посмотри. На один секрет. Старые ветхие плакаты с акцией протеста против закрытия фабрики Little Hope и продажи земли с семьей Карверов. Той самой, которую нам показывали с самого начала, да? Фабрика, которую пыталась закрыть семья Карвер, называлась Рейвенден. Рейвенден. Или Рейвенден. А это что за магаз? Это Рейвенден какой-нибудь? Хуй его пойми, короче. Не знаю. А, так. А здесь? Здесь нихуяшеньки нет. Ладно. Здесь у нас больше чтобы ничего нету, собственно, смотреть. Ну, давай подумаем. Смотри, через окошко я бы не стал. Потому что пролезет только кто-то один. Мы все не пролезем туда. По лестнице? Ну, вообще небезопасно по лестнице, на самом деле. По лестнице, на самом деле, небезопасно подниматься, потому что она вся гнилая. Это все дело, она вся гнилая, да. Лестница-то, я уверен, что вся гнилая. Давай-ка смотрим ее. Ну да, она вон вся гнилая. Подняться. А здесь толкать. Ну а по лестнице, ладно. Мне больше не знаю. Ну что, но отсади. Я думаю... Схвачу лестницу. А, я их еще разделяю, хочешь сказать? Бля, она вся просто... Серьезно? Полезешь туда? Ну, есть другие предложения? Да. Не лезть в старые темные здания после того, что было этой ночью. Я постараюсь быстро. Если увидишь какую херню, кричи. Я вернусь. Окей. Ладно. Я скоро. Надо было обещаю. Толкнуть эту, блядь. Надо было бак так, ну, толкнуть, чтобы они могли перелезть, короче. Я их разделил. Хорошо. Дай телефон. Зачем? Фонарь. Там темно. Давай быстро. Бросай. Так логично придется. Изи, блядь. Ой, блядь, надо было толкнуть, короче, бак. Ладно, хорошо, ладно, это я выбрал такой путь. Хорошо, я их разделил сейчас. Две женщины осталось, блядь. Внутри!
Там безопасно? Нет, блядь. Вроде бы. Нихуя тут небезопасно. Может... Не, может обратно, мужик. Давай обратно. Вот дверь Тейлор, Тейлор и Анджел. Хотя там внизу могло, знаешь, быть хуже намного. Может быть, когда мы прилезли бы... Если мы прилезли бы через окно, может быть, там какая-то хуйня была бы, а здесь безопаснее. Хер его знает. Да, посмотрим. Что здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Пять челиков осталось, если что так-то. Ну, какие-то секреты, может, какие-то. Так, ну это мы видели. На Эми все свалило. Ну, я понял. Ну, нам ребенок еще что-то хочешь. Бля, давай, блядь, мужик, давай аккуратненько. Блядь, чел, ну это пизда. Это... А. Ну, сука. Вот здесь, что ли, кто-то? Не, хуй, я туда не спрыгну. А вот здесь пойду. Блять, дай там на меня хуй сюда. Мужик, ты, ну ты дурак? А, здесь хер, да, что-то. Так, хорошо, либо спрыгнуть. А, подожди, я хочу сюда зайти. О, не зря, кстати. О, сюда, блять. Какая-то женщина с ножом. Нож. Нож. Виртуальный, ритуальный нож. Кто-то из девушек, да, выберет? Да, кто-то из них. Конечно, не нужно брать нож. Или нужно? Ритуальный нож. Или нужно взять? Ну, посмотрим, конечно, нож. Хорошо, запомню, нож. Нож с скалистыми... Блядь, ну ты дурак, что ли? Еще раз. Так, нам пора заканчивать, кстати. Да, один секрет. Священник арестован. Заголовок из газеты 1973 года. В старой статье считается арест преподобного Карсона. После жалоб родителей арестованного увлекался оккультизмом. Обсуждаем это, кстати. Преподобный Карсон использовал оккультизм в своих интересах. А что там еще было? Подожди, что-то еще было. Это я видел. Что ты мне, блин, показываешь? Это я видел. Давай мы вот в этой с тобой комнатке и остановимся. Серийка так длинно получилась, потом спасибо за просмотр. Такая серийка была. В принципе, все. Увидимся в следующей серии.